Как думаете, кто-то не испугается приехать и поучаствовать в нашем параде? Правильно было бы собраться в Минске. Эта республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар, и где оставшиеся, каждый третий погиб, оставшиеся старики-дети почти 4 года жили в болотах, в лесах, в землянках. Это самая пострадавшая республика. Это на сегодняшний день живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться. А тем более сейчас, я вот пользуюсь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. То мы будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну, не приедут, мы сами проведем парад, как обычно проведем парад. Но это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде. Передай своим коллегам, кому можешь. Приглашай, пусть приезжают, встретим достойно. И парад мы проведем, как бы не было сложно. Надо попросить российское телевидение, это же наши братья, родные братья, показать наш парад россиянам.